Добрый день, дорогие друзья. Я сегодня хотел сказать несколько слов о нашей прекрасной отечественной советской разработке. Это стереофоническая магнитоли высшей группы сложности Argo RM006S. Данная магнитола выпускалась ленинградским заводом «Игротехника» с 1988 года. Представленная перед вами модель – это образец 1991 года, сделана уже в России. Магнитола позволяет осуществлять прием радиоволн в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. Работает в режиме воспроизведения, записи, как от внешних источников, панели, гнезда расположены слева, с левой стороны магнитолы, так и от радио и встроенных микрофончиков. На передней панели расположен пятиполосный эквалайзер с довольно хорошими характеристиками, который обеспечивает довольно хорошее объемное качественное звучание. На передней панели также расположены индикаторы уровня записи, воспроизведения уровня сигнала, систему шумопонижения, автоматической постройки частоты, плавной настройки в режиме ОКВ и коротких волн, расширение стереобазы. На верхней панели в основном расположены органы управления радиоприемником. Электронные часы с программным устройством могут, значит, осуществлять включение-выключение радиоприемника в нужное время, ну и показывать текущее время. Светодиодные индикаторы, расположенные в данной части, позволяют отслеживать режимы лентопротяжного механизма магнитолы. Кроме этого, в магнитоле имеются гнезда для подключения внешних наушников, внешних антенн и акустических систем. Размеры магнитолы 51 см на 32 см и на 17 см. Выходная мощность составляет 2 по 5 Вт. Значит, может работать от сети как 220 вольт, так и от 6 батареек 1,5 вольта типа А373. Вес магнитолы составляет 7,7 килограмма. Ну а сейчас я хотел бы продемонстрировать работу радиомагнитолы. Давайте послушаем звучание кассеты. Ну а сейчас можно послушать и работу УКВ-диапазона на данной магнитоле. Что здесь хорошо, конечно, регулировка каналов отдельная, что позволяет подрегулировать тот или иной канал. Закружило так, что не верится, может быть, вся жизнь переменится. Кроме этого, вы слышали, наверное, идет каждый час звуковой сигнал с программного устройства цифровых часов. Ну вот, как-то так. Покупайте, наслаждайтесь данной магнитолой, которая будет приносить вам радость. Спасибо.